Еще в конце мая его кандидатуру поддержали большинство педагогов. А на днях многодетный отец, кандидат технических наук, доцент Игорь Петрищев возглавил Ульяновский государственный педагогический университет. Новоиспеченный ректор – выпускник вуза и до этого занимал должность проректора по учебно-методической работе в родном «Альма-Матер». В нашей съемочной группе теперь уже руководитель института признался, что в высоких постах никогда не задумывался. В детстве скромно мечтал стать программистом. Мой курс работы заключается в двух направлениях. Во-первых, это курс начатого Тамарой Владимировной дела непрерывного комплекса педагогического образования. Ну и второе – это направление на развитие и преобразование университета в некий социально-культурный центр региона. Свою стратегию развития вуза Игорь Петрищев представил во время инаугурации, которая состоялась в актовом зале педуниверситета. Новый ректор со сценой цитировал Артура Кларка, делал ставки на цифровизацию, обращался к своим коллегам, педагогам и студентам. Особо хочу обратиться к присутствующим здесь студентам. Именно вы главные люди нашего университета. Именно для вас наш вуз работает. Мне бы искренне хотелось, чтобы студенческое самоуправление получила новые направления для развития и в первую очередь связаны с учебной и научной деятельностью. Поздравить земляка со вступлением в должность приехал Сергей Морозов. Он поддержал политику в сфере цифровизации. Губернатор также отметил, что это знаковое событие в научной жизни области. Тем более инаугурация проходит в рамках одноименной тематической недели нацпроекта. Морозов подчеркнул и молодой возраст нового руководителя вуза, что является показателем работы в регионе социальных лифтов для молодых профессионалов. К слову, Игорь Петрищев – один из самых молодых ректоров страны. Сегодня недостаточно просто воспроизведение знаний учителя. Образовательные программы должны быть практико-ориентированным, наполненным большим количеством тренингов и мастер-классов. Должны в полной мере задействовать весь арсенал современных информационно-коммуникационных технологий. Только при выполнении этих условий учитель сможет найти подход к поколению детей цифровой эпохи. В честь знакового события губернатор открыл новую традицию в педагогическом университете. Новоиспеченному руководителю вуза он вручил точную копию письменного прибора, подаренного Илье Николаевичу Ульянову учителями-сослуживцами в 1780 году. Знаковый подарок отныне будет переходить от ректора к ректору. За всем процессом наблюдала сначала с кресла, а потом рядом на сцене наставница, уже бывший ректор УЛГПУ Тамара Девяткина. У руля вуза она встала в 2013 году. Я думаю, что у нашего университета хорошее будущее. Он меняется быстро. Он очень восприимчив к новому. Педагогический коллектив достаточно образован, силен в методиках, и я думаю, это будет под силу нашему университету. Игорь Петрищев избран ректором Ульяновского педагогического университета на ближайшие 5 лет. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.